детской комнате. В детской комнате. 15 градусов. А я тут еще хотела... А у вас не угловая же получается? Угловая, да? Ну, угловой норма на сегодня уже должна быть не менее 22 градусов. Вот так все потрескалось. И то это уже второй фартук. Когда готовишь, газ горячий. Это от холода, да? Ну да, стена ледяная, потому что, конечно. Треснула. Ну, вот в ноябре, октябре. И в том году также было. Поменяла и опять. Смысла менять больше не вижу. Сколько цена одного такого фартука? 30. Вот дома ходим в таких валенках. Потому что как бы... Платим за тепло 8 тысяч за отопление. Отопления нет. 74 на 50. Т1, Т2, правильно сказали? Да, да, да. Но маловато 74. Вот 14 800. 3,5, 3. Ну, перепад практически вообще очень маленький. 0,1 всего, это вообще мало. Для такого дома, вот я его 5 лет обслуживаю, перепад должен быть 0,4.